Зацвела в долине красная калина, будто улыбнулась юная девчина. Калина считается свадебным деревом. Семечко плода напоминает сердце. Украшали и украшает блюда с угощениями на свадебном столе, караваи, бутылки вина ставятся с пучками калины. Но это лирика. Калина – старинное лекарственное растение. В первую голову – плоды. В качестве патогонного средства. При заболеваниях легких, бронхитах, воспалении, других простудных явлений. Главное добиться потоотделения обильного, через которое очищается организм от продуктов распада. Эффективные плоды калины при кашле, язве желудка. Калина, перетертая с сахаром или медом, одно из эффективных средств снижения давления. 2 чайные ложки на стакан кипятка, дать настояться. Проверено на себе. Ангина, фарингит, тонзиллит лечится на раз. Заболел я как-то в августе этого года. Ангина, горло першит. А калину я вяжу в пучки и в прохладное помещение подвешиваю на струне проволочной. И висит она там до нового урожая. В августе уже такие плоды высохшие, скукоженные, а новых еще нет. Ну, делать нечего. Примерно 2 ложечки чайные насобирал, я выщипал, раздавил. Ни сахар, ни мед даже не клал. И стаканом кипятка заварил, выпил, как рукой сняло. Лучше ромашки и шалфея. Отвар из косточек, напоминающих сердце. И никакого запоя. Прошу прощения, запора. Вот видите, лечит и сердечные болезни, и иные прочие. Витамина С в 2 раза больше, чем в лимоне и мандарине. При бросовой цене в сезон. Заведите себе калину, хотя бы куст. Видно здоровый лист, здоровый урожай. Таким должны быть растения лекари. Сами здоровые и давать здоровье. Всем хорошего.